На месте устаревшего скейт-парка сил Ламяя построили новый. 7 октября рядом со спортивным комплексом «Калев» в городе сил Ламяя открылся обновленный скейт-парк. Старый скейт-парк возле спорткомплекса «Калев» был построен более 7 лет назад и все это время активно использовался. Теперь вместо старого изношенного скейт-парка появился новый – современный скейт-парк, отвечающий требованиям безопасности. Строительство нового скейт-парка включало проектирование, демонтаж старых элементов и установку новых. Элементы площадки изготовлены из ламинированной водостойкой фанеры. Скейт-парк предназначен для всех любителей активного спорта. Производитель рекомендует использовать скейт-парк детям, начиная с 8 лет. При этом необходимо использовать защитное снаряжение, что особенно важно для тех, кто только начинает заниматься этим видом спорта. Общая стоимость проектирования и строительства скейт-парка в городе сил Ламяя составила около 64 тысяч евро, из которых 100% вклад города сил Ламяя. Работу выполняла фирма ОЮ Тип-Тип-Тап. Скейт-парк сил Ламяя снова в хорошем состоянии и открыт для посетителей. Город следит за тем, чтобы спортивная инфраструктура содержалась в порядке. Нам предстоит еще очень много сделать. И сегодня мы открыли наш обновленный скейт-парк. В этой работе участвовал как спорткомплекс «Калев», так и городское управление. Были найдены средства из бюджета, чтобы заменить устаревшие элементы на новые. И активную работу по выбору вот этих элементов в этой работе принимал активное участие еще предыдущий директор спорткомплекса Николай Денисенков, за что ему отдельное спасибо. То есть спорткомплекс «Калев» выдал нам исходное задание, свое видение, какие элементы там должны быть, какие элементы пользуются спросом. И на основе этого городское управление провело конкурс. Нашли мы исполнителя работ, фирма «Тип-Тип-Тап», и на сегодняшний день элементы установлены. Мы можем видеть, что молодежь активно катается, скейт-парк пользовался и раньше спросом, сегодня он также актуален. Теперь он менее травмоопасен, поскольку все старые элементы заменены, утилизированы. И этот скейт-парк уже полюбился многим, он является такой неотъемлемой частью спорткомплекса. Поэтому с этим объектом мы успешно справились. Теперь у нас на очереди более крупные проекты, и одним из них это реновация футбольного стадиона «Калев». То есть этот проект очень большой, подготовку мы уже ведем. Государство поддержало нас суммой 400 тысяч евро. Мы уже проект составили, решаем вопросы подключения к электричеству, и уже в следующий год планируется активная фаза инвестиций. Так что на очереди еще много у нас крупных инвестиций. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.